Hvala našemu Fradanki koji iz srca govori, koji srcem ljubi Gospoda, govori srcem i srcem ljubi Bogorodicu i Isusa i svih vas. A Gospod nam kaže, a Bogorodica nam govori, draga djeco, dragi djeci, želim vas voditi, želaju vesti vas iz dana u dan, što više u день, u molitvi. Все больше в молитве. Але не можете расти. Вы не можете расти, потому что не желаете. Позивам вас, дорогие дети. Призываю вас, дорогие дети. Пусть молитва будет для вас на первом месте. Сейчас мы послушаем одно свидетельство. Jednog svećenika, koji о священника, который был рукоположен в священнике 13 мая 2017 года. Он из Швейцарии. Он получил свое призвание в Меджугорье. Мартин Филиппони. Мартин Филиппони. Грюз Гот Меджугорье! Хвален Иисус и Мария и Меджугорье. Слава Иисусу и Марии и Меджугорье. Wo sind die Schweizer? Где же швейцарцы? Mein Name ist Martin Filipponi. Меня зовут Мартин Филиппони. От Анны и от Тони. И это не шутка. Ich wurde eingeladen, hier ein Zeugnis zu geben. Меня пригласили дать здесь свидетельство. Alles begann 1996. Все началось в 1996 году. Der Flug war schon abenteuerlich. Дошли снова. Мы сюда приехали, и уже сам полет был очень как приключение. Я в то время ничего не знал о молитве, ничего не знал о адорации. Frauen. И розарий я видел только в руках у старых женщин. Als wir hier ankamen, когда я прибыл сюда, когда мы сюда прибыли, меня ввели в молитву розария, в поклонение Иисусу. Так это было. Там с той стороны там находится капелла, капелла адорации. И так я пошел туда. Молодой, спортивный парень, конечно, гордый. Увидел там много женщин, которые стояли на коленях. И я сказал себе, если они это могут, то это могу и я. Я тоже встал на колени перед Господом. И через пять минут я уже снова сидел. Это был такой красивый момент унижения, потому что эти старые женщины со своими седыми глазами, волосами все еще стояли на коленях. И так это и произошло в тот момент. Я закрыл свои глаза и был перед Господом. Потом я словно уронил себя в молитву. Через какое-то время я думал, что прошел уже час времени, а прошли уже три часа. Господь в этот момент впервые встретился в своем сердце с Господом, и это было прекрасно. Это было что-то возвышенное. Потом я вышел из капеллы. Впервые я заметил на горизонте, как было бы это, если бы я стал священником, и мне в то время было 16 лет.
Но в 16 лет человек ощущает и гормоны. И там была одна девушка из Ирландии с красивыми волосами, в солнечных очках. И я сказал себе: «Дорогой Господи, я хочу жениться и иметь 7 детей». Das nächste Mal war ich hier an einem Jugendfestival. В следующий раз я приехал сюда на фестиваль для молодежи. Мы прибыли сюда, и в автобусе мы уже молились Розарий. А я включил музыку и одел наушники и слушал музыку, потому что не хотел этого слышать. Мы вышли здесь, мы пришли на эту площадь сюда. Все были радостные, все танцевали под эту музыку. И я сказал себе: я как будто в неправильном фильме нахожусь. Для меня находиться в церкви означало вот так вот стоять, а не так, с такими руками поднятыми. И это было красиво, потому что после этих дней фестиваля пришла в мое сердце такая весна, что-то свежее, радость веры, которую я до этого никогда перед этим не переживал. Я вернулся домой, я пошел на исповедь. Это был один только что рукоположенный священник. Его звали Андреас Шарпетер. Он сейчас монах и священник. Сейчас мы говорим, что слава Богу, что у тебя, священник, у меня был этот первый опыт исповеди. Я постучал на его двери, и он вышел из них. И не выглядел, конечно, он очень счастливым, потому что я сказал ему: священник, я хочу исповедоваться. Это было очень просто, очень холодно. Он уделил мне отпущение грехов. Я вышел из приходского дома. Я увидел месяц на небе, и у меня было ощущение, словно я мог бегать по месяцу. Такая была легкость в моем сердце. Какая-то радость просто наполняла меня. Это невозможно описать. Это был мой первый опыт исповеди, таинства исповеди. Дорогие молодые люди, здесь, в Меджугорье, здесь моя история с исповедью продолжалась. Иногда я должен был ждать даже по 3 часа, чтобы пойти на исповедь. И это для меня было очень хорошо. Ты начинаешь ощущать что-то, что нигде больше не сможешь ощутить. И так это продолжается дальше. Я работаю в Швейцарии в одной клинике онкологической на паллиативном уходе за больными. Этот опыт работы, служения с хронически больными людьми, с людьми больными раком, с умирающими, которые тяжело больны. Там я видел, как я давал им много медикаментов, лекарств, как много я для них делал. Но когда приходил священник на отделение, в наше отделение, и когда он уделял еле помазание для больных, сколько раз уже мы словно бы не могли этих людей узнать, потому что им становилось лучше, или духовно, или физически. И я в своем сердце спрашивал себя: Мартин,
Здесь у нас так много лекарств, у нас супертехника, медицинское оборудование. А придет священник со своей столой, уделит, и поставит столу на них и уделит это таинство больных. И к тому же это бесплатно, а в Швейцарии у нас все очень дорогое. А священник это все делает бесплатно. И воздействие этого еще более огромное. Потом я сказал себе: «Мартин, что в этом всем происходит?» И так росло мое призвание к священству. Не теоретически, не через какие-то книги, но через личный опыт. 2009 году, практически через 14 лет после того, как я впервые ощутил призвание к священству здесь, в Меджугорье, я до сих пор помню этот день, это было 31 октября, это было в Вене, в одном монастыре, в местечке Халлигенкройц. Я смог ответить «да». Сердечные поздравления и привет Австрии. И привет сердечный епархии Халлигенкройц и всем братьям самаритянам, которые там живут. Там я в тот день, тем утром, я увидел, кто такой священник. Там я увидел примеры священства. И что-то еще было в этом. Мария и исповедь, и адорация, и розарий. И для меня новым оказалось то, что там еще было. Это была Библия. Потому что на том этапе для меня Библия для меня была книга за семью печатями. Я должен был учиться вкушать Божье Слово. Снова я хотел бы вернуться к исповеди. На богословию. В семинарии каждую субботу приходил духовник. И сидел я исповедал. Он садился в исповедальню и сидел там от 8 утра иногда до 2-3 часов ночи. И знаете что? Священник не учится исповеди из книг, но он учится тому, что такое исповедь, тогда, когда сам станет на колени. Что делает исповедь с человеком? Что делает исповедь с молодыми семинаристами? Исповедь — это таинство исцеления. И многие из нас, мы были как бы поздние призвания. А у таких поздних призваний есть много разного опыта, различных ран, различных ситуаций, прожитых в жизни, которые не всегда были позитивными, положительными. Именно там мы переживали исцеление, освобождение. И отрешение, которое конкретно доложит. Разрешение, отпущение грехов, которое конкретным образом исходит от Бога. И сейчас закроем немножко мое свидетельство и откроем новые двери. Послушайте. Исповедальница. Исповедальня. Является салоном красоты католической церкви. Не такими красивыми мы туда входим, а красивыми оттуда выходим. Так ли это или нет? Aber wir können uns fragen, warum?
Мы можем также спросить себя, почему это так? Потому что Господь прикасается глубоко к нашему сердцу. Очень часто, намного глубже, чем мы бы того хотели. И Он прощает нам все. И после отпущения грехов мы себя можем видеть в абсолютно другом свете. И Бога видим в другом свете. И потому и сами себя видим уже в другом свете. Потому что мы приближаемся к истине. А истина, она очень рука об руку идет с красотой. Дорогие дамы и господа, вы можете идти на много дней на различные курорты, отдыхать даже на две недели, можете все сделать, потратить много денег, пойти в салоны красоты на разные терапии косметические. Но та красота, которую подарит вам таинство исповеди, bekommt ihr nirgends so schön her, weil Jesus dich schön macht. Вы нигде больше ее не приобретете, потому что здесь Иисус вас делает красивыми. Аминь. Ich möchte noch etwas zum Ruf sagen, wenn Gott ruft. Хотел бы еще что-то сказать о призвании, когда Господь призывает. Wenn wir ehrlich sind, если мы хотим быть искренними, если мы идем в тишину, не в такую только внешнюю, но во внутреннюю, другую тишину, тишину своего сердца, тогда может случиться так, что Иисус проговорит. Возможно, даже мы сможем почувствовать этот призыв. Призыв к супружеству, призыв к священству, призыв к посвященной жизни. Ничего из этого не является лучшим или худшим, потому что необходимо и то, и другое. Нам нужны здоровые семьи с отцом и матерью, с детьми. Или? Нам нужны святые священники. Тогда это все вместе. Тогда это революция, происходит революция. И нам нужны и монашествующие, чтобы они могли как бы придерживать нас со стороны, держать. Поэтому я приветствую и каждого монаха, каждую монахиню. Они отдают свою жизнь в тишине, даруют и жертвует за церковь полностью невидимо в скрытости. Если Господь вас призывает в своем сердце, не ждите 14 лет, так как я ждал. Потому что это все потом такое напряжение, которое забирает у вас силы, и это забирает у вас много нервов. Поэтому найдите для себя духовного наставника, молитесь. И тогда пусть это станет для вас чем-то конкретным. И почему? Потому что Слово Божие стало телом, конкретно. Слово Божие не стало какой-то теорией, не стало метафорой, но стало человеком. А вера, она должна распространяться, она должна быть чем-то конкретным. Не должна остаться на таком уровне возможностей, как потенциал, но чем-то конкретным. И поэтому вы, те, кто конкретно красиво поете, и вы, священники конкретные, которые здесь,
Ani doma, gdje-то na Facebooku. Folgt dem Ruf. Prije poziva. Und dann werdet ihr Прежде призвание. Следуйте призванию, и вы будете счастливы. Ако хочете у брак. Если хотите вступить в супружество, идите, ищите доброго мужа, добрую жену, но конкретно. А если вы хотите стать священником, тогда идите конкретно, вступайте в семинарию, а не только идти на какие-то вечеринки, на танцы. Решитесь и идите конкретно, пусть это будет чем-то конкретным. Если вы ощущаете призыв пойти в монастырь, тогда идите в монастырь, ищите здоровую марианскую, евхаристическую, апостольскую общину. Конкретно. Ми знаходимося тут, в Меджугор'ї. Я долазим із Валліса. Я приїжджу із Валліса, і там у нас огромні гори. У нас самі красиві гори. І коли їдете на Цермат, тоді ви їдете на Цермат, тоді ви бачите гори. Не, dort ist das Matterhorn drauf. За вони, хто не знає. І ті, хто не знає, на шоколадах Таблероне, там нарисовані наші гори, вершини наших гор. І коли ви там в Цермате, на цих горах, і бачите вершини гор, или если вы туда попробуете взобраться, или если вы находитесь в Меджугорье, тогда есть такое что-то необходимое, обязанность. Встать на колени перед Господом на адорации. Приказать свое сердце. Дарите, дать свое сердце Ему. Позволить, чтобы Он коснулся вас. Позволить Ему и открыть Ему свои раны, и так стать Его другом. И вторая обязанность, то, что нужно сделать здесь, пойти в салон красоты католической церкви. Потому что это будет добром для вас, потому что это красиво. И потому что это даст вам внутреннюю легкость. Останемо код Маттерхорна. Марія ist wie ein Berg. Так остановимся при горах. Марія для нас як путеводитель по горам. Она всегда меня водила, всегда держала меня за руку. А для нас тот, кто ведет тебя в горы, он берет кого-то и ведет. Ако време допушта. Если погодные условия позволяют, то хороший гид по горам, он знает хорошо все горы. А Мария, она наша мама. Она ведет нас в нашей духовной жизни. Так, как тот, кто ведет по горам. И так же, как этот гид знает каждую гору, так и она знает каждого святого, знает каждого ангела. И прежде всего она знает вершину, а этой вершиной является Иисус. И когда она возьмет нас за руку, если мы позволим ей взять нас за руку, она красиво и хорошо ведет нас через духовную жизнь. И что является ее как бы палочкой путеводительной, это розарий. И как что шпага может быть влагу. И так как веревка должна быть приспособлена, чтобы выдержать влагу, так и дайте кому-то, чтобы благословил ваш розарий. Тот, кто водит по горам, он не должен только смотреть на веревку, но должен ее использовать. Итак, дорогие друзья, у нас есть такие места, где Мария исключена. Где исключают Марию из своих сердец,
із сім'єї. Лучше я буду практикувати феншуй, гомеопатію, ніж буду молитися розарій. Жупи се више не посвящают. Приходы больше уже не посвящают Матери Божией. Епархии уже это слишком романтически выглядит. Земли, кроме Австрии, австрийский бизнес. Потому что епископы Австрии всю свою землю посвятили Марии. А швейцарцы че за вами? А швейцарцы сделают это после вас. Потому что у нас стоит крест на нашем флаге. Когда не хватает Марии, тогда все будет сухим. Все становится просто каким-то процессом. Простите меня, мужчины, это становится все таким мужским. Так это на самом деле. Все становится открытым для различных идеологий. Тогда я не думаю в этом, не имею в виду только гендер, идеологию, но и другие вещи. Когда Мария, когда она идет с нами, когда мы Марию приглашаем и идем с ней, тогда наши сердца, наши семьи, наши приходы, наши диоцезии, епархии, наша земля, страна становится теплой, материнской, радостной, весенней. И это рост. И открываю кавычки. Я сам свой стан у Давоса сам наместил. Варгут. Я свою квартиру полностью обустроил сам, и все было хорошо, и чего-то все-таки не хватало. А как только я позвонил маме и сказал: «Мама, ты мне нужна сейчас, здесь не хватает чего-то красивого, чего-то домашнего». И также это и с Богородицей. Дорогие друзья, время летит, просто летит, пролетает. Что-то важное. Мы в жупе познаем. В нашем приходе знаем священников. Мы можем своих священников критиковать, но прошу вас, за всякую критику. Каждый раз, когда кого-то будете критиковать, какого-то священника, в 5 раз больше начните молиться о нем. Священник приносит жертву, он молится за вас. Священник как самого себя приносит в жертву за церковь, за приход, за общину. И послушайте сейчас внимательно. Мы нуждаемся в вашей молитве. Иначе это все так. Это как зима. Матерхорн, горы, так как на вершине горы. А священник в снежном, в солнечных очках, просто в шортах, стоит на 20-градусном морозе и мерзнет. А через молитву всех вас вы приносите ему теплое веяние ветра. Пожалуйста, молитесь за священников. Мы нуждаемся в вашей молитве. Дорогие молодые люди, еще что-то скажу. Lebt aus den Sakramenten. Живите от таинств. Живите от тишины. Так, чтобы любовь в вас могла возрастать. Это самая лучшая реклама для Царствия Божьего, для аутентической церкви. Аминь. Thank you.
Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, 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 your love makes me sing. Hallelujah. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain burned beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me. When I am surrounded, your love carries me. Your love is surprising, I can feel it rising. All the joy that's growing deep inside of me. And every time I see you, all your goodness shines through. And I can feel this God song rising up in me. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me. When I am surrounded, your love carries me. Let's go.